Ангела Меркель верит Владимиру Путину на слово. Комментируя итоги телефонного разговора с российским президентом, канцлер Германии заявила, что у нее нет причин сомневаться в обещании Кремля сократить численность российских войск вблизи украинской границы. Впрочем, в официальном заявлении на сайте президента Путина об этой теме не упоминается. Очевидно, что это не последний из шагов, которые должны быть предприняты, потому что концентрация военных сил на границе с Украиной по-прежнему слишком велика. Тем не менее, у меня нет причин сомневаться в том, что российские войска будут отведены. Ранее Москва приняла решение о частичном отводе военной силы, однако на украинской границе по-прежнему остаются тысячи российских военных. По данным Вашингтона, их численность достигает 20 тысяч человек. Во вторник министр обороны России высказал мнение, что угрозу государственности Украины несет не внешняя агрессия с российской стороны, а внутриполитические конфликты в стране.